Я, друзья, всем привет, с вами Фикс, и добро пожаловать на совершенно новый ролик, и сегодня мы с вами играем в Балди. Наконец-таки вышла новая игра по поводу Балди. Это немножко не тот Балди, о котором вы раньше думали. Вышел Балди на новом движке, на Unreal Engine, раньше он был на Unity, и там графика была, если честно, там такая себе 2D-шная. А в этот раз мы с вами поиграем в 3D Балди уже, наконец-таки. Довольно-таки страшно, новая графика, новые эмоции, будет очень круто. Ребят, давайте перед началом этого ролика наберем 2000 лайков, спустите вниз, расставляющую кнопку лайка, и выйдет моментально новое видео, но мы с вами начнем. Это, короче, ремейк. Не от официальных разработчиков, но от каких-то очень классных, потому что они все-таки запарились и начали делать. Все, Baldi's Basic Education Learning, стартуем, поехали. Сюжет. Заставка даже есть, это очень круто. Это очень классно, что есть заставка и сюжет. Привет, YouTube все пишут. Окей, стартуем, ребят. Должно быть очень страшно. Должно быть очень страшно. Мы входим сейчас в какую-то, ну, по-моему, в школу. Ну, скорее всего, потому что основная идея этой игры — это нахождение в школе. Так. Отлично. И где Балди? Нас Балди не встречает, хорошо. Или плохо, я не знаю. Нас Балди не встречает. Ну да ладно, ничего страшного. Первая книжка. Итак, 7 плюс 9. Сколько будет, ребят? Думаем, быстро. Сколько будет? 7 плюс 9, 7 плюс 9, 7 плюс 9, 7 плюс 9, 7 плюс 9. Сколько будет? Очень, очень сложный пример, непонятный. 16, правильно? 16, правильно. О, здесь, кстати, нужно только один пример писать, а не 3. Вот это да. Вот это неплохо, кстати, это намного легче. Следующий пример. Сколько будет? 2 плюс 6, 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 6. Так, посчитаем. 6, 7, 8. 6, 7, 8, правильно. Я сейчас играю, ребят, на стримах. Кто на стриме, кто не бывает на стримах, очень жаль, потому что у нас стримы интересные, познавательные. Мы на стримах изучаем математику. О, нет, уйди, 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 ты что такая здоровая? Господи, посмотрите на нее, какая она страшная. Нет, 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 уйди, 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 трогай меня. Ты уйдешь от меня или что, я не пойму? Ты можешь меня не трогать? Ты отстать можешь от меня? Отстать, просто взять и отстать. Не трогай меня. Ладно, ладно, поймай меня. Она сразу же убегает, это хорошо, это очень круто. Страшно вырубай. Хорошо, все, мы... Угу, да. Да, 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 очень круто, конечно, да, да. Так, Балди там бежит, Балди, мы не будем попадаться. Он, скорее всего, уже идет с этой стороны, господи, он здесь. Нам... Так, вот еще один пример. 4 плюс 2, 4 плюс 2. Я напишу 6, ребята, а потом мы проверим в чате, правильно ли вы решили. 4 плюс 2, ребят, сколько будет? Хорошо. Этот мы пример решили. У нас осталось еще 4 записных книжки. 4 записных книжки. Где они могут находиться? Я вот честно не пойму, где они могут находиться. Это очень страшно. Я надеюсь, не попадаться здесь. А, тихо! 1 плюс 7, ребят, естественно, будет 7, правильно? Правильно, 7 будет, естественно. Правильно. Уйди. Чё? Ну уйди, я ж... Дурак, я тебе отдал эту... Ты чё, совсем уже, что ли? Я тебе отдал её. Он здесь, уйди нахрен! Уйди нахрен, какого хрена? Я этому... как его зовут? Этот вот Були, вот этот вот фигня вот эта. Я ж ему отдал свою бутылку. Собака такая, ты откуда здесь взялась? Иди нахрен вообще отсюда, тебя никто не звал. Уйди отсюда, дай мне, мне нужно еще найти 3 записных книжки. Как я могу найти эти 3 записные книжки, если ты постоянно под руку мне здесь мешаешь, ходишь, уйди. Нет, 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 иди нахрен отсюда, пожалуйста. Так, 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 еще одна записка, хорошо. 5 плюс 6, ребят, 5 плюс 6, сколько будет? 5 плюс 6, ребят, 5 плюс 6, очень сложно, очень сложно. 5 плюс 6, сколько будет, ребят? 11? Правильно, 11? Молодцы, правильно. Правильно, будет. Нет, 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 Балди рядом, Балди очень рядом, Балди рядом, быстрее прыгай, пожалуйста, 5 раз надо попрыгать. Так, Балди там, понял. Балди там. Это хорошо. Так, еще одна записка. 1 плюс 8, сколько будет? 1 плюс 8, 1 плюс 8, 1 плюс 8, 1 плюс 8. Ребят, 1 плюс 8, сколько будет? На фикса подписались, ребят, быстро, реально. 9, правильно, 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 правильно. Последняя ряд записка осталась. Нам конец. Урод конченый! За что? Ну почему? Я не понимаю, ну за что? Ну почему ты там взялся? Откуда ты там взялся? Откуда ты там взялся? Господи. Фу, ладно, следующая попытка, ребят. Следующая попытка. Нужно изучить полностью карту и понять, где находятся здесь все записные книжки. 5 плюс 0, ребят. Ну это понятно, это будет 0. Почему псих? Это страшно. Почему страшно? Это просто непонятно мне.
И не было этой бессоты, потому что тот говнюк сраный забрал у нас ее. 85 ряд, сложный пример. 85 ряд, сложный пример, очень сложный пример, вообще нереальный. Ребята, пишите в комментариях, нравится вам такой формат видео, там, где мы играем вместе с подписчиками. Мне кажется, это очень круто. 13, правильно. 13, это правильно. Так, эта собака где-то сзади. Этот урод жирный находится здесь. Извиняюсь за выражение, но как... По-другому его назвать никак нельзя. Уйди. Я не бегаю. Я не бегаю. Я не бегаю. Ай, зачем я взял? Тихо. Тихо. Мы, кстати, вышли. Это наказание для тебя, но мы вышли с каким-то образом. Я не знаю почему. Но я, скорее всего, не доработаем, потому что она только недавно вышла. Это очень круто. Балди реально изменился. Балди стал другим. Я вообще не ожидал такого от Балди. Если честно. Иди нафиг от меня, пожалуйста, уйди. Не трогай ты меня, не надо, пожалуйста, это делать. Все, она отстала? А, от нее убежать, что ли, можно? Реально? Неужели от нее убежать можно? Каким образом директор меня сейчас не заметил, ребят? Балди, Балди был только что рядом со мной. Если сейчас нас остановит вот эта вот женщина, так сказать, то нам станет довольно-таки плохо, потому что она сзади нас, и она заставит нас прыгать, а нам прыгать сейчас нельзя ни в коем случае. Это делать, естественно, нам не надо, потому что это займет огромное количество времени. Единственное, что нам сейчас нужно сделать, это найти еще одну записку, которая находится здесь. Хорошо. 7 плюс 6, ребят, 7 плюс 6, 7 плюс 6, 7 плюс 6. Я почему-то подозреваю, что это будет... Это будет 13? Правильно, молодцы, правильно. Естественно, это будет 13. Так, быстрей. Быстрей, да-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 да. Балди очень рядом, Балди очень рядом, Балди очень рядом. Мы прыгаем. Все хорошо. Let's play again. Нет, спасибо, с тобой я играть еще не буду. С тобой никто не будет играть, прости меня, конечно, но с тобой играть реально никто не будет. Так, хорошо, нам нужно найти еще 3 записки. Балди, как тут, естественно. Почему бы нет? Опа, хорошо, так. 7 плюс 4, 7 плюс 4, сколько будет? Это Балди в 3D, да, это Балди в 3D. 7 плюс 4, ребят. 7 плюс 4, сколько будет? 7 плюс 4, 11. Правильно? Правильно. Быстрее бежим. Почему? Почему? Нет, нет, уйди, уйди от меня, пожалуйста, не трогай меня. No running in the halls, мне плевать. Говнюк, такой, иди нафиг. Так, уйди. Уйди, нет, нет. А, он не трогает меня за то, что я выхожу из комнаты. Это хорошо. Нет, 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 Балди рядом, Балди же идиот, тупая ж ты, тупая. Так, хорошо. Я опять не могу найти еще записки. Реально, где записки, я не могу понять. Может быть здесь? Нет, не здесь. Может быть здесь? Нет, здесь тоже нет. Может быть где-нибудь здесь? Да я не бегал, тупой ты! Выходим отсюда быстрее. Не знаю, когда я выучу это, братан. Я не хочу никогда учить твои тупые правила. Ну да ладно. Фу, ребят, страшно, ребят, да? Ребят, кому страшно, плюс в чат. Кому не страшно, минус. Чё, не страшно, что ли? То чувство, когда сидишь в наушниках, реально. Возможно, вы просто в клоуне. Это напряжно, да. Я бы не сказал, что... Да ты тупая, что ли? Что ты тут делаешь? Я тебя не звал. Ладно, давай быстрее, быстрее, быстрее. О боже мой, о боже, 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 боже. Быстро лайк поставили, реально. Ребят, расстраняйте лайк, пожалуйста. Нет, нет, я с тобой не буду играть. Ребят, мы куда-то в новое место, что ли, попали? Потому что я не помню, что это. Осталось еще 2 ноутбука. Где эти ноутбуки, я не знаю. Вот честно, не пойму. Я всегда не могу найти последний ноутбук. Где еще один? Ты от меня отстанешь когда-нибудь или нет, я не пойму. Мы не прыгали сейчас. Ну, Балди же рядом, что ты делаешь от меня? Пожалуйста, отстань. Как она надоела, ребят, это жесть. Ой. В смысле? А где еще?
А где еще, я не пойму, еще где две записных книжки, я не пойму. Да уйди ж ты нахрен от меня. Ай, ты... Возьми ее и уйди. Почему в прошлый раз это не сработало, я ее вообще не пойму. Где Балди, я тоже не пойму. Тут ничего нет. А вот Балди. Ничего нет, зато здесь есть Балди. Просто прекрасно. Ничего нет, зато есть Балди. Где последняя книжка записная, я не могу понять. Где последние две записные книжки, не пойму. Да ну иди что от меня! Ты можешь отстать от меня! А ну-ка иди. До свидания. До свидания, Балди. Выйти мы, естественно, не можем, потому что не нашли две последних записки. Я не знаю, где они, честно. Может быть, чат знает? Я реально не знаю. Самое... Что-то там, не знаю, что написали. Я реально не могу найти. О, наконец-то! Так, так, 7 плюс 0, ребят, сколько будет? 7, 7, 7, естественно, будет 7, это понятно. Это даже спрашивать не надо. Это и так уже все знают. Тут, может быть? Нет, тут нет. Я ж только что бегал. Тебе вообще пофиг на то, что я бегал, да? Где последняя записка, ребят? Знает кто-нибудь? Да я не бегаю! До свидания. До свидания. Просто до свидания. Я не бегаю. Кто-нибудь знает реально, где последняя записка? Я не знаю, честно. Я реально не могу понять. Нет! Пожалуйста! Ну, пожалуйста, дай мне выиграть сегодня! Дай, 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 все. Тут нету. А где? Где тогда? Где, где? Где? Я не могу понять, где последняя. Тут нету. Я уже все комнаты оббежал. Где? Она где-то в стене. В смысле в стене? Мы уже с вами все оббежали, что могли. Так, вот, что это за место? Тут есть бусота. Больше здесь абсолютно ничего нет. Может быть тут где-нибудь? Я не знаю, правда. Тут ничего нет. Может, в шкафчиках где-то? Да нет, тоже нету. Ну ты ж такая тупая. Что тебе нужно от меня? Уйди. Я реально не могу понять, где последняя. Что за фигня, ребят? Ну все, ясно. Я тебя понял. No items, да-да-да, no items, here items, ты можешь пройти или нет? Почему бы и нет? И Балди идет сзади, да? И Балди идет сзади, да? Естественно, Балди идет сзади. Сейчас Балди пойдет сзади. Нет, он не идет здесь, слава богу. Тут ничего, я реально не могу понять. Ай, Балди, привет. Балди далеко собрался, интересно? Это очень плохо. Ааа, тихо, господи. Ааа, не в ту сторону, беги. Охренеть. Я не знаю. Это бред какой-то, здесь вообще можно выиграть? Мы же с вами все уже обсмотрели. Я реально не могу понять, где. Опять эта тупая, а? Где? Молодец, что так удрал. Это, конечно, спасибо, да, тебе огромное, что так хвалишь, да? И все такое. Но вот где последнее, я не знаю, реально. Тут нету. Я не знаю, здесь можно выиграть или нет. Посмотрите, здесь вообще нигде нет. Мы все с вами пошли. Вообще абсолютно все, что здесь можно было обойти, мы все пошли. А вот этот толстый говнюк здесь. Здесь ничего нет. Здесь бы сода.
Тут ничего нет. В начале где-то тоже здесь ничего нет. Выйти нам нельзя. Здесь мы взяли. Здесь мы все тоже взяли. Тут ничего нет. Балди ходит здесь. Так, слава богу, я их уничтожил, это хорошо. Мы уже играем 15 минут, офигеть. Я реально не знаю, это я сдаюсь, походу. Я реально не знаю. Постараюсь сдать это на отлично. Да я пытаюсь, я не могу найти последнюю. Реально, кто-нибудь знает, какие последние? Тетрадь в жопе у Балди? Шикарно просто, да. Вот где последняя книжка? Кто-нибудь знает? Я нет. Может быть здесь где-нибудь? Может быть здесь? Да, здесь я брал. Нету. Ладно, все, ребят, я сдаюсь, короче. Я не знаю. Ребят, напишите, пожалуйста, кто-то смотрит этот момент в чате, вернее, в комментариях, где находится последняя книжка. Потому что я реально не знаю, где находится последняя книжка. Это вообще, это очень странно. Возможно, ее здесь не добавили, просто не дали, так сказать, шанса выиграть. Я не знаю, напишите в комментариях. Она у директора? Да нет там ничего. Она в углублении в стене, в шкафу. В шкафчике, в шкаф. В смысле? Вы не могли мне раньше сказать это? Ладно, в следующем ролике мы, ребят, проверим, если мы, конечно, наберем 2000 лайков. Ну, а на этом все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальцы вверх. С вами был Константин Фикс, всем до новых встреч, пока увидимся в следующем ролике, пока!